Дети? А вы под елочку смотрели? Что-то мне кажется, там что-то лежит. Класс! Там что-то лежит. Ананас! Большой ананас! Это Дед Мороз, наверное, принес? Да, ананас! А мне бутылку! А ну, Лёва, ты умеешь читать? Может быть, там написано кому здесь что? Здесь медведь синий! Не может быть! Лёва, прочитай, для кого мама, это? Мама, я тебе это подаю. Я не умею. Ой, спасибо. Считать. Ты буковки ж знаешь. Папа, помоги, пожалуйста, почитать это детям. Это свечится. Давай прочтём. Это буква первая. Где? Лёва написано. Лёва! Да? Это для тебя подарок? Ух ты. Папа, помоги ему развернуть. Алёнушка, это тебе медведь? А как это я мне... рада! А это ура! Мне... А это мне ананас! Думаешь? А давай прочитаем, что там написано. Там тоже, наверное, есть письмо. Что это такое вообще? Не знаю, да, посмотрим. Чебаха! Музыкальная черепаха, что ли? Папа, прочитай, пожалуйста, письмо. Что там написано? Тут написано. Поющая черепашка. Дай мне поговорить. Вот это да, Дед Мороз. Спасибо. Давай раскрывать ананас. Давайте откроем. Папа, давай посмотрим. Там тоже какое-то письмо есть в ананасе. В письме. Нет о! Письма? Что написано? Алена танцует уже. Может быть, папа? Написано там папа. Папа, дай я посмотрю. Ананасик! Какой большой ананас! Действительно, папа. Вот это да! Аленка, дай мне, пожалуйста. Папа, поздравляю, классный подарок. Повезло мне. Ты хорошо себя вел весь год. Старался. Ух ты! А смотри, сынок, ну, включи. Это, мне кажется, что это светильник. Видишь, он это... Давайте в ванной выключим свет и посмотрим, как... Или ну, здесь можно выключить свет. Небо. А ну, здесь давай, выключи. И двери можно закрыть в ту комнату, чтобы света не было. А ну. Я сейчас включу. Недостаточно темно. Не знаю, может быть, другой режим надо, не музыка? А музыка, она просто играет сейчас. Включи первый режим. О. Там есть луна и звездочки. Вот такие. Слышно только путя-путя. А, вот, вот сейчас ты включил тот режим, который нужен. А ну, опусти ниже теперь. Ага. Сильно светло видим. Да, ночью будет хорошо видно. Вот это Дед Мороз подарил нам. Молодец, какой Дед Мороз. Точно. И спасибо за ананасик. Да, спасибо, так спасибо. С Рождеством вас, деточки. Спасибо. Папа, включи нам свет, пожалуйста. Алёнушка, ты рада? Какой наконец-то синий медведь у тебя есть. Покажи, пожалуйста. Мама, это что, будильник? Не покажи, знаю. Мамочки, светильник. Может быть, да, ночник. Я не можно ложиться спать, смотреть звездное небо и слушать музычку. Лёвушка, тебе нравится такой подарок? Да. Черепашка, черепашка. Ой, 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 не ползи по маме, черепашка. Как будто бы она в каске. Ананас! Давай куда-то положим. Давайте на стол, на праздничный. Давай. А я предлагаю из этого ананаса вырастить новый ананас. Давай. И ты мне, Лёва, поможешь. Хорошо. Классно вы придумали. С Рождеством. А там есть семечки-то? Конечно, есть. Надень, надень.
Папа, с Рождеством. Спасибо, тебя тоже. Спасибо. Аленушка, ты Мишку маме покажешь? Я уже показала. Да? А я и не успела посмотреть, мне кажется. Путя, 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 путя. Тяпа, тяпа, тяпа. Тяпа, тяпа, тяпа. Как? Топ. Вот.